Всем привет! Сегодня 23 января. Вот вылетели 4 птенца от этой желтой пары. Родители подкармливают. Сами они там пытаются что-то есть. Подкинул он там соломы чуть-чуть. Они у меня решили на вторую кладку идти. Уже там яйца, наверное, снесли. Смотрю, все ковыряют. Такие вот крокодильчики. Тут самцы тоже долинивают. Скоро буду пару из них тут составлять. Запущу в общую клетку. Самочки вон там дал им остатки пророста. Вон налетели сразу. Лопают вовсю. Папка вот подкармливает как. Кормят хорошо, крупненькие такие все крокодилы. Просит кушать. Там я вам дал им яйцо с морковкой. Они лопают. Сейчас этим тоже, наверное, насыплю пророст. Легче клевать было. Здесь 4 птенчика зеленых. Эти попозже у меня вылетели. Еще такие миленькие. Здесь просят, чтобы их покормили. Вот яйцо с морковкой лопают. Ну, птенчик тоже пытается что-то. Еще банда подбегает. Дружненько они налетели. Сейчас вот дам им корм. Он у меня замоченный был. Посмотрим, как они налетят. О, не боится совсем. Вот самочка сразу прилетела. Поклевать самец он тоже. Вон этот малек прибежит. Прилетели. Ну, еще один подлетел. Все скачут тут.
Вот, кормит. Папашка. Недавно, наверное, вылетел. Синий самичек тоже пошел в линьку, у него вся грудка слиняет. Перелинял уже до конца. Поют во всю уже. Здесь самочки, вот тут есть полностью перелинявший. Здесь чуть-чуть, который чуть-чуть осталось долинять. Синяя вон самочка тоже сильно стала линять. Я думаю, еще полмесяца уже все перелиняют. Самый главный снег запел тут. Самочка, интересно, какая будет. Беленькая вся, серебро, наверное. Чистится, поют тут. Вот оркестр у нас. Все, теперь начали плавать там. Залез туда по пояс.
Все, все полезли. Все, накупались. Еле поплавали, он теперь чистится. На улице снег, такая погода, сыпет и сыпет. Ну все, всем пока, на этом все.